Что хочется сказать? Мы впервые в такого рода поход. Велосипедная часть достаточно непростая. Мы взяли с собой печку и довезли. Очень все хорошо сложилось, обстоятельства, с погодой именно. Мы весь день ехали под дождем, под ветром, устали, промокли. И сейчас мы, в общем-то, полноценно отдыхаем. А если бы мы сейчас возились с костром, мы бы, наверное, не стали возиться. Мы бы заползли в свои палатки и легли спать. Поели бы в сухомятку. Скажи что-нибудь для истории. Я устал. Вот, посмотрите на этого человека. Я выгляжу примерно так же. А нам еще ехать километров как 15. Да. Но надежда на то, что 10 километров будут с горы. Дождь бесконечный. Мы на 60-м километре находимся от Тисуля. Вот так вот. Ну что, мы проехали 64 километра. И вот сейчас будет подъем в гору километровый. 10%. 10 это самые маленькие проценты. 12 в основном. 12. И был 14, это вообще. И таких подъемов несчетное количество. А вся дорога подъем спуск. Да, вся дорога подъем спуск. По полкилометра подъем, полкилометра спуск. Ровных почти нет. Ровной дороги. Только спуск. Да, очень пересеченное место. Вода грязная в ручьях, не попить. Вода у нас закончилась. Вообще мы очень не рассчитали все. Обед сделали рано. Воды по литру всего взяли. Едем уже, считай, сколько? 44 километра уже едем с 1 литром воды. Ну, на двоих. 14% кайфа. Это кошмар. Подъезжаем. Мы вышли к Малому Кундату. Мы проехали около 70 километров. Это пока все, что я хотел сказать, что у меня в голове смогло уместиться, потому что я очень сильно устал, честно. Я просто... мозги не соображают, я не знаю даже, что говорить больше. Поэтому, ну вот, такой у нас быт. Вот там дрова сушатся. Ну, они сверху мокрые, а так они, в принципе, сухие. Нам их хватит на всю ночь. Итак, мы расположились. Вот такая у нас одежда грязная. Кстати, сейчас можно просто пойти залезть прям в речку в этой одежде и потом высушиться, выстираться. Ну, в общем, вот так. Все замечательно. Мне очень нравится. Положительные эмоции сейчас накрывают. Накрывают. И сейчас мы будем... Сейчас мы будем пить карачинскую. Мы обезводились, будем пить карачинскую. И получать еще больше кайф. Под супец. Вот такой у нас суп. Очень мясной. Сейчас мы за это будем пить. Да. За то, что мы здесь. Да, за то, что мы здесь. И за то, что мы так классно устроили свой быт. Музыка дождя, причем такая приятная музыка,
А все потому что, вот мы и так вот лежим практически вот голыми, потому что у нас тут печка, здесь тепло и сухо. На улице сыро, да. Вчера дождь весь день шел, сегодня идет. Но это, конечно, очень расслабляет, мы ленимся. Потому что если бы мы были просто, ну, как в обычных условиях, то есть без печки там, ну, у нас бы, да, мы бы уже начали суетиться, что-то делать. Дождик бы подгонял, а тут наоборот. Такой, ну, сейчас выходить на улицу под дождь, да нафиг надо. Хочется продлить себе удовольствие. Вот так вот. Такое вот у нас утро. Наконец выглянуло солнышко и светит нам в лицо. Мы очень рады этому, потому что это был какой-то кошмар. Вчера мы плыли весь день под дождем. Приплыли кое-как печку затопили. Дрова насквозь сырые. Но тем не менее она нас спасла, потому что они потихоньку разгорелись, и мы обогрелись и высушились. А у костра танцы с бубнами. Так что не зря мы взяли в этот поход печку. Она нас просто спасла. Вчера мы вообще были никакие. Мы очень вымотались из-за того, что потеряли много тепла из-за постоянного дождя. Еще нас, кстати, выручил полиэтилен, тент, который мы сделали на катамаране. Так вот. Такая вот история про то, как мы плавали по Кундату. А проплыли мы, кстати, вчера 41 километр. А там расстояние по малому Кундату километров, ну, не знаю, километра два. А все остальное большой Кундат. Речка, конечно, мне понравилась очень. Вот так у нас работает печка. Это поддувало. Генератор кислорода. Вот такой вот у нас с собой имеется. Вчера он нас сильно выручал. Вот так вот. Ну вот вещи кое-как как-то просохли. В принципе, там вот все, что вверху висит, оно сухое стало. Несмотря на трудности все, которые с дровами у нас есть. Это у нас здесь остатки нашего тента. Нам пришлось его в одной ситуации срочно разобрать. Очень сложную ситуацию, сели на камень, и нам этот тент очень мешал. Но с ним было комфортно, кстати. Мы бы, не знаю, мы бы просто замерзли бы и не смогли бы проплыть все расстояние, если бы не этот тент. Это однозначно, он нас просто спас. Здесь начинается самый красивый участок реки Кия, белокаменный плес. С двух сторон будут скалы на протяжении нескольких километров. Очень красивый участок реки. Кстати, вот можно видеть Кундат,
спадает, несет муть. А Кия, она вон темная река, там чистая вода. Раздел такой четкий наблюдается. Кундат очень грязный. Там в верховьях он весь перекопан, разрыт. Вообще поход, конечно, очень запоминающийся и очень сложный. У меня таких походов сложных еще не было. В жизни никогда. Белогорск, когда мы ездили с полуторника. Велочасть. Я сравниваю сейчас свои ощущения с теми. Это было, в принципе, ну, тяжело было, но я тогда не вымотался так, как в этом походе, пока мы ехали до Кундата. Сплав от Белогорска. Кия замечательная, там были перекатики классные такие, все было здорово, красиво, но Кундат, он такой, немножко река напрягает, то есть много камней, причем, ну, вода так у нас еще была высокая, многие камни вроде как бы и не видно, и плывешь, ну, мы два раза налетали на камень, в общем. Один раз засели капитаны, думали, мы все приплыли, ничего страшного. В общем, река такая требует внимания, интересная, но и она очень красивая, потому что там также есть очень высокие горы вокруг, она течет в ущелье, и скалки есть, и такие шиверки хорошие, и есть где покачаться на волнах, покататься, в общем, здорово. Мне очень все нравится. Кундат, кстати, это та речка, которую я бы с удовольствием повторил. Весь этот маршрут. Yes.
выглядит наш лагерь. Наш катамаран с велосипедами. Палатка с печкой. Кстати, очень приличный ветер сейчас дует. И вот эта палатка зима-лето. Она сейчас без растяжек стоит. Ветер сильный, видно. Труба гнется, но стоит. Стоит. Напрягается, но стоит. В общем, достаточно устойчивая палаточка. Если ей обеспечить растяжку, то вполне вообще будет отлично. Ну все, мы отчаливаем от этого гостеприимного берега. С двух сторон такие виды открываются, вообще шикарные. Ну как этим не восторгаться? Душа поет. Тело отдыхает. Погода нас испытывала. И под конец на нас решила побаловать. Ну все, мы стартанули от Макаракского в Тесуль. В общем, все, на этом я завершаю свой репортаж, все репортажи. Поход завершен фактически, осталось доехать до Кемерово. Все, вот Тесуль. Я, вот он я, довольный, счастливый, уставший, как всегда. Но было все здорово. Так, время 10 часов, мы готовы ехать. Значит, на этом велосипеде я везу катамаран. Так, весла, катамаран в основном. Значит, на этом велосипеде мы везем палатку и печку. Вот такое распределение обязанностей. Один велосипед везет лодку, другой велосипед везет палатку. Один велосипед везет водку, другой пиво. А, водку мы везем в обоих велосипедах. Оба велосипеда везут лодку. Ой, водку.